Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 18 мая. Погода по-прежнему мерзопакостная. В огороде из посаженного ничего не выходит. Поэтому самое время заняться домашними экзотическими растениями. Сегодня обратил внимание, что проекция листьев мандарина стала выходить за границы горшка. А это значит, что ему нужна срочная пересадка. Приобрел большую посадочную емкость в ближайшем магазине с перспективой на дальнейший рост. Начинаем пересадку или перевалку, как пойдет. Насыпаем 2/3 горшка землей. Делаем углубление в центре под наше растение с расчетом на то, что перевалим с комом земли. Однако земля рассыпается и корни обнажаются. Не ожидал, что у такого маленького растения будут такие сильные корни. Перевалка не получилась. Будем делать пересадку. Вынимаем часть земли из посадочной емкости, оставляя заполненным половину горшка. Размещаем саженец посередине и аккуратно засыпаем корешки землей. Дальше немного прижимаем мандарин в землю и очень обильно поливаем. И мульчируем той же землей, что использовали при пересадке. Наш контейнер имеет дренажное отверстие в своей конструкции. Лишняя влага стекает в емкость снизу, и мы спокойно ее сливаем. Все, пересадка закончена. Теперь минимум пару месяцев наш подопечный не потребует никаких забот. Земли много, воды много и постоянная температура около 25 градусов. Всем спасибо за просмотр. Лучшая благодарность будет, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!